Привет, уважаемые зрители! Сегодня я вам покажу, как работает запуск приложений Android APK файлов на системе MIGA 1.2 Harmattan, то есть на Nokia N9 и Nokia N950, которые вы видите сейчас перед собой. Ну, давайте я вам покажу свое приложение, которое использует окружение APK ENV, которое буквально недавно появилось в сети. Смотрим, как это работает. Запускаем приложение. Вот появляется пока что это белый экран. Тут внизу пара кнопок, потому что ничего не установлено. Давайте добавим что-нибудь. Для этого нам нужно выбрать APK файл. Вот я просто выбираю APK файл и нужно выбрать какую-нибудь к нему картинку. Вот картинку я тоже выбрал. Устанавливаю. Вот у нас появилась игрушка. Давайте мы ее запустим. Отлично. У нас есть картинка. Можно поиграть. Видите, оно все играет. Удивительно, но и APK ENV позволяет даже использовать мультитач. Ну да ладно. Давайте мы из игрушки выйдем. Можно просто так закрыть. Интересно, что? Интересно то, что если мы установили игрушку сюда. Давайте выйдем из приложения. Картинка появляется не только там, но и здесь. Вот она. Вот он, этот ярлычок. Так. По ярлычку можно тоже запустить игрушку. Смотрим. Вот она запустилась. Ну, закроем ее. Так, удалить тоже можно. Запускаем приложение. Жмем долго на картинку. Удаление произошло. Ярлычка тут тоже нет. Вот и немножко о том, куда мы можем попасть из этого приложения. Можем попасть на домашнюю страницу и на страницу, собственно, окружения APK ENV. Давайте посмотрим, что тут написано. Вот тут что-то написано. Как ставить, где качать. На этом все. Спасибо за внимание. Остальные подробности можно обнаружить на сайте mamaworld.ru и обсудить там же на форуме.